После того, как мы обвязали ригелин, вяжем по краю столбиками без накида. Так, немного мы провязали и смотрим. Значит, эта петля у нас идет на левую сторону, это на правую. Считаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Здесь в 12-ю петлю ставим маркер. Так, по левой стороне немного провяжем. Так, а с левой стороны оставляем только 9 петель. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9. И дальше вяжем. По краю до этого маркера. Так, вот довязываю я до правого маркера. Последний столбик. А в эту петлю мы провязываем соединительный столбик или соединительную петлю. И поворачиваемся, причем поворачиваемся этой частью к себе, чтобы у нас рабочая нить была перед нами. С лицевой внутрь. И провязываем столбик без накида. То есть мы вяжем с вами укороченный ряд. В обратном направлении. Итак, вяжем опять по краю до следующего маркера. Вот я дохожу до маркера по изнаночной стороне. И сюда мы провязываем соединительный столбик, соединительную петлю. Поворачиваемся. Вот это место не стягивайте. И вяжем укороченный ряд по лицевой стороне.
заходим под следующую петлю. И вяжем в обратном направлении до этого места. Вот довязала я до правого маркера. Можно его убрать теперь. И теперь провязываем, вот у нас петля есть. Сюда. Вот так. Еще раз в эту же петлю, где мы соединялись, и теперь в три петли вяжем столбик, еще один столбик, а в эту петлю соединением. Поворачиваемся и вяжем по изнаночной стороне, вот под следующую петлю заходим. Укороченные поворотные ряды. И вяжем вот до этого места. Вот довязываю я по изнанке. Последний столбик в петлю провязала. И вот у нас был поворот. Значит, чтобы виднее было. Вот в эту петлю нам надо попасть. И туда насквозь. Только надо зайти с обратной стороны. Вот так. Мы же вяжем изнаночный ряд по изнанке. Теперь в эту же петлю, где у нас было соединение, и теперь вяжем 1, 2, 3. Один. Два. А под третью петлю вяжем соединительную петлю. И поворачиваемся и вяжем столбик под следующую петлю. И так мы с вами вяжем укороченные поворотные ряды. Приходим на эту сторону, тоже захватываем, здесь соединяем и захватываем. Один, два, сюда столбики провязываем, а сюда соединительную петлю и разворачиваемся. И вяжем так до тех пор, пока мы не дойдем до вершины. Ну что ж, закончила я по лицевой стороне. Захватила все петли и надо соединить. И вот сюда надо соединить. Все. Дальше мы должны вязать тулью. Значит, вы на своей миниатюре, если кто будет вязать, потренируйтесь. Я пробовала вязать по кругу. Но тогда
узор дальше меняется. Мне это не понравилось. Поэтому здесь я заканчиваю. Вот в этом месте. Отрезаю нитку. Так, потом я ее как следует заправлю, чтобы не было видно особо. Значит, ищем центр. У меня вот здесь центр между этими петлями получается. И переходим на затылочную часть точно по центру. Ищем центральную петлю. Так, ну вот, поставила я маркеры в центре и сзади на затылочной части. И теперь что я делаю? Я буду вязать по кругу поворотными рядами, чтобы рисунок этот от следующего не отличался. Так, вот у меня центральная петля. Мы закончили с вами вязать лицевым рядом. Значит, следующий ряд должен быть у нас изнаночный. Набираем 2 петли и поворачиваемся на изнаночную сторону и вяжем столбики без накида по изнаночной стороне. Итак, вяжем по кругу до конца ряда. Вот дошла я до центра, который будет впереди у нас. Вот это перед будет. И вы обязательно посчитайте столбики, чтобы у вас было столбиков такое же количество, и чтобы было здесь то же самое, чтобы не ошибиться. Вот закончила я изнаночный ряд. Теперь мы должны соединить в петлю подъема. Петлю подъема лучше всего отмечать. Я пока не стала, в следующем ряду отмечу. Не за эти две петли. Здесь мы только первую петлю набирали, а вот за эту. Вот сюда. И соединяем. А эта петля у нас затягивается, вот она. И теперь вывязываем одну воздушную. И вот видите, у нас петли подъема идут одни над другими. И вот теперь надо поставить маркер, чтобы знать, где соединяться. Вот я возьму другого цвета нитку. Кстати, что хочу сказать. Ставьте маркеры, отмечайте все, не ленитесь, чтобы потом вам не сбиться. И теперь сразу в первую же петлю вывязываем вот сюда. Столбик без накида. Так, это подъем у нас. 2, 3, 4, 5. Итак, вяжем по кругу и считаем обязательно. Так, довязала я до конца. И вот под эту петлю, где у нас маркер, соединяем.
Вывязываем одну воздушную. Маркер переставляем. Поворачиваемся на изнаночную сторону. И сразу в первую петлю вяжем столбики в обратном направлении. И так вяжем поворотными рядами до тех пор, пока у вас вот где ригелин, от ригелина тулья не будет длиной 10, 10,5 или 11 сантиметров, не более. Вот, максимально 11 сантиметров. Ну, я, наверное, буду вязать себе на 10 сантиметров. Ну что ж, связала я на необходимую высоту. Вот соединила изнаночный ряд. И теперь я поворачиваюсь на лицевую сторону. Вывязываю одну воздушную. Так, и смотрим. Так, где у нас прямая? Ну вот, практически 11 сантиметров. Итак, у меня по всей окружности 79, вот сюда напишу, 79 столбиков без накида. Но мы должны начать вязать поля. Поля будем вязать и вот по этой схеме. То есть у нас должно быть количество столбиков. Вот у меня здесь 79 сейчас. 8 секторов. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Значит, мне, чтобы разделилось на 8 секторов, надо один столбик добавить. И тогда это все разделится на 8. Дальше. Допустим, у кого-то, ну, допустим, 73, допустим, столбика. Что делать в этом случае? Ну, тут, в принципе-то, все понятно. И здесь даже понятно. Ну, я еще раз расскажу. Значит, вам нужно добавить до 80 7 столбиков, чтобы общее количество разделилось на 8 секторов. Значит, в одном вы делаете 10 столбиков, а дальше в каждом секторе вывязываете 9 и делаете прибавку вот от этих. И у вас получается 10. Опять вывязываете 9 и делаете одну прибавку. В сумме 10. И так далее. 9 и одну прибавку. 9 и одну прибавку. Это все вот отсюда единички идут. 9 плюс 1. 9 плюс 1. 9 плюс 1. И считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Мы добавили вот эти 7 столбиков. И все выровняли. И дальше каждый ряд вы вяжете вот по этой схеме.
То есть в каждом секторе делаете прибавку. Либо в начале сектора, либо в середине. В конце не рекомендую. Почему? Потому что это будет одно и то же. Если вы здесь делаете в начале, следующий ряд будете вязать в конце, то они у вас совпадут. И будет некрасиво, будет горбом. А надо менять начало, середину. Или конец сектора и середину. Ну вот и все в принципе. Дальше вяжу по кругу. Значит, вы рассчитаете, как вам что прибавить, и вяжем. Так, вяжем за переднюю полупетлю. Если мы вяжем, допустим, корзину там или сумку, донышко, чтобы донышко отличалось и вверх пошел вертикально, мы вяжем за заднюю полупетлю. А чтобы у нас закручивалось сюда вперед на нас, надо вязать за переднюю полупетлю. И у вас тогда поля сами будут уже закручиваться сюда. Если вы хотите сделать поля вот такие ровные, вы должны вязать за полную петлю. И у вас тогда поля будут идти ровно. А когда за переднюю полупетлю, как я сейчас вяжу, они у вас будут закручиваться. Итак, провязываем первый круг. Прям по кругу вяжем уже теперь. За переднюю полупетлю. Следующий круг тоже за переднюю. Следующий круг тоже за переднюю. Все круги вяжем только за переднюю полупетлю. Ну и вот такая шляпа-ковбойка в итоге получается. Значит, здесь я проложила ригелин, обвязала крючком за полную петлю. Вот этот ряд. Так, теперь по поводу полей, ширину я вам скажу. Вот 7 сантиметров ширина полей. Вы можете делать любую ширину, какая вам понравится. Теперь по поводу формы, чтобы держала такую форму. Что я сделала? Я ее когда связала, я еще, правда, не стирала. Но они сами уже, поля, вот эта часть загибается. Но я вот так закрутила, сложила вот таким образом. И сильно не затягивая, сантиметровой лентой обмотала. Так, а здесь, чтобы форму держала, аккуратно сложите и прищепками зажала. Вот, и вот так она у меня ночь полежала, и все нормально, и форма есть. Затем вы снимаете.
Ну, ты поля держатся, и у шляпы форма есть. Когда на голову оденете, она немного вот распрямляется. И получается ковбойка. Ну, вроде все рассказала. Будут вопросы, задавайте под видео в комментариях. Всего вам доброго, спасибо за внимание.